Во вторник состоялось внеочередное заседание Совета депутатов городского округа Мытища. В повестке числился всего один вопрос – об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа Мытища. Ранее руководителя муниципалитета выбирали жители. В связи с преобразованием района в городской округ эта процедура претерпела изменения, и теперь, согласно уставу, прямые выборы главы заменены на конкурс. Было очень много в этом положении отведено место и вниманию профессиональным качествам тех кандидатов, которые будут вносить свои документы на проведение этого конкурса, чтобы конкурсная комиссия отбирала. Потому что мы хотим, чтобы наш городской округ развивался так же динамично, так же планомерно и становился более цветущим, более удобным для наших жителей. Поэтому тот, кто будет руководить округом, это важно, это играет большую роль и значение для всех жителей нашего городского округа. Положение разработано в соответствии с федеральными законами и уставом муниципального образования городской округ Мытища Московской области. Предварительно документ был рассмотрен на комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике, а также в городской прокуратуре. Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Мытища депутаты утвердили единогласно. В печатных СМИ документ будет опубликован после 15 сентября 2017 года.